распаковка. Друзья, мне кажется, именно к этому отелю я стремился всю свою жизнь, и именно для этого отеля я рос. Сейчас я вам покажу не то, что лакшери жизнь, сейчас я вам покажу другую жизнь, как будто это вообще не человеческие блага. Итак, поехали. Отель Майсон какой-то, блин. 3 звезды, погнали. Качество. Ободранная на... Пошли дальше, девочки. Сейф, который тут пластиковый. Пластиковый сейфик, прикиньте. То есть подошел, открылась вот эта... Все. Дальше кофе, чай. Кофе отборнейший, девочки. Nescafe Red Cup. Two Girls One Cup. Так, дальше. Посмотрите. Не, ну здесь, правда, более-менее нормально, но есть мелкие детали, которые просто насрано, замазано что-то. Хуй пойми. Дальше пошли. Смотрите, так, здесь, понятно, вещи. Вот, смотрите, какая территория огромная. Вот, вот я стою, конец комнаты, и вот кровать. Все, это весь обзор отеля. А, и вишенка на торте, это внешний вид, девочки. Бан! Все, тупо смотришь, как Виталик спит. Виталик смотрит, как спишь вот на этой кровати. И друг на друга лежите, вот, смотри, о, лежите и смотрите с Виталиком друг на друга. Ах, номер. И что еще? А, вот, вот этого. Этого терпеть нельзя. Где Cartier? Почему карьер? А, здесь реально? Да, здесь есть бассейн, подождите. Но нельзя выйти. А, типа есть бассейн, но выйти нельзя, прикиньте. Ну, это конец обзора, спасибо.